Казахстан может изменить свой герб. Обновить один из трех государственных символов сегодня предложил глава государства во время своего выступления на третьем заседании национального курултая. В отношении государственного герба, полагаю, целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия и в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. Для этого президент предложил создать специальную комиссию, а затем объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового герба страны. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений как парламентариям, так и правительству. Депутаты должны быстро, но качественно ужесточить законодательство в сферах борьбы с вандализмом и разграблением археологических памятников, искоренения лудомании, запрета вейпов и противодействия наркобизнесу. К примеру, производство наркотических веществ глава государства предложил приравнять к самым тяжким преступлением. В то же время правительство должно всерьез заняться строительством и обеспечением населения доступным жильем. Для этого Касым-Жомарт Токаев поручил запустить новые льготные программы по приобретению жилья. Вдобавок к уже существующей, запущенной с 1 марта ипотеки 9-20-25. В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займам не должна превышать 7%. Наряду с этим поручаю правительству кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа.